Всем привет, друзья! Вы на канале Тепличный Движ. Сегодня у нас 2 июня. Прошло 3 недели, как я снимал наш помидор. И вот такое вот состояние его спустя 3 недели, друзья. Смотрите, как он выглядит. Смотрите, какой мощный наш помидорчик. Все отличнейше перенесли нашу пересадку. Томаты, они отлично переносят. Смотрите, какие кусты. Хорошенькие, уже есть цвет у нас, видите. Дай бог, если будет погода хорошая, то скоро уже у нас и помидор будет. Здесь вот еще мощнее, прям такие огромненькие кустики. Там у нас розовые, здесь у нас красные. Состояние помидора везде одинаково. Удобрял их и по листу, и в каплю. В конце видео покажу вам, как выглядит помидор, который ни разу не удобрялся, поливался только обычной водой. Почувствуйте разницу. Сегодня обрабатывал помидор по листу. Это Plantafol 320, Valagra фирма. И Араку мультикомплекс, комплексное удобрение по листу. Там азот, фосфор, калий присутствует, железо, медь, цинк. Даю вот такого вот Араку мультикомплекс две таких крышки на бак 16 литров. И Plantafol, расход идет его на гектар 2-3 килограмма. Я беру где-то 3 килограмма, чтобы хорошо, то есть, обработать, так как уже наши помидоры мощные. Расход беру где-то, тут у нас 30 соток, беру 800 грамм. Знаю, что на эти 30 соток мне нужно обработать таким опрыскивателем 8 раз. Это примерно по 100 грамм, но немножко уменьшаю дозу до 70 грамм. 70 грамм на такой бак, плюс Араку мультикомплекс 2 таких крышечки, размешиваю и опрыскиваю наш помидор. Это у нас сегодня обработка такая была. Пользуюсь аминокатом, до этого обрабатывал. Аминокат — отличнейшая вещь, фирма Атлантика, дорогая, правда, но она себя оправдывает. Это антистресс с высоким содержанием аминокислот. Тоже даю вот такую вот крышку, даже полторы на такой бак, 16 литров. Аминокат, отдельно им работал раз. Работаю так же само, фирма Витера, Райкат Рост. Его можно мешать с, получается, против болезней. Я чуть позже, следующую вам скажу, каким именно препаратом я работал. Но нельзя его смешивать с медь содержащим. Имейте в виду, то есть редомил уже, то есть их вместе смешивать нельзя. Райкат Рост вот на 25 мл на 10 литров воды. Тоже отличная вещь. Тоже антистресс. Все супер помогает. В каплю при высадке давал селитры. Один раз дал селитру, больше в каплю ничего не давал. Работаю в основном все по листу. Работал уже 2 раза против болезней. Это фунгицидами, такими как Redamil Gold, медь содержащий. Там расход идет 50 грамм на 10 литров воды. И еще тоже медь содержащий. Давал Курзат R, синий такой порошочек, там расход идет, не помню сколько, но на 16 литров я его даю 60 грамм. 60 грамм, медь содержащие, они отлично справляются, то есть, со всеми болезнями. И после этого помидор, огурец отлично начинает себя чувствовать, знаете, так сказать, расправляет свои крылья и идет в рост. По огурцу нужно работать этим редомилом, курзатом до плодоношения, до того, как начинаются огурцы, бо там срок ожидания большой, получается, нужно до сбора. Поэтому по помидору пока еще нету, то есть у нас помидор, можно работать курзат и редомил. То есть медь содержащая, это именно, знаете,
Если немножко есть помидоры, болезнь, то убьет. И профилактически. Что, давайте я вам покажу, как выглядит помидор, который ни разу не удобрялся. Ни разу ничем не опрыскивали его по листу. Так, вот так вот выглядит наш помидорчик. Вот, одинаково высаживалась наша рассада.